Привет, мои дорогие зрители! Вы на канале Play Sport. Сегодня с вами рассмотрим чемпионат, проходивший в Бразилии в 23-м году. И просмотрим такую знаменитую спортсменку, как Луана Лира. Ну что, поехали? В первом раунде Луана начинает с легкого прыжка по коэффициенту сложности 2,4 всего. Выполняет она задние стоки, полтора оборота вперед, положение сложившись. Видим, неплохой у нее получился отскок, не совсем, конечно, чисто все выполнила, хотя идеально у нее она сложилась, складка вся натянутая. Неплохой сейчас видели вход в воду, по оценкам получает за первый прыжок 46,80 балла. Во втором раунде нужно будет выполнить задние стойки, один оборот назад, в положение также сложившись. Довольно неплохой у нее получился вход в воду, но как-то что-то вот мы видим, не получается пока у нее показать свою лучшую программу. Допускает ошибки, не совсем чисто все выполняется, и обороты как-то у нее слабо будут прокручены, и вроде как-то плохо, как-то вертикально не вошла в воду. Конечно, за этот прыжок она получает всего 44,85. Сложность с этого прыжка также невысокая, всего 2,4. Что нужно брать себя в руки Луаны и показать свою лучшую программу. Мы знаем, что она умеет это делать, она может показать достойный дайвинг. Так, выполняет она сейчас передние стойки, полтора оборота назад, положение также сложившись. О, ну уже, конечно, лучше.